потому что икшончика и гуарчика тут явно нету. Здесь мы просто строим, строим базу. Так что имейте в виду, ребят. Ну, я думаю, что есть люди, которые с удовольствием посмотрят на это строительство. Так. Сейчас попробую как-нибудь выровнять. Чуть-чуть. Вот так вот, наверное, да? Ребята драгоценные. Так, это у нас парапет это должен идти вообще по всему кругу. Но я его не буду делать по всему кругу, по крайней мере, на видео. Так, это у нас, значит, гараж. Хорошо. Так, давайте продолжим. Тут осталось чуть-чуть совсем. Так, попробуем доделать. Ага. Вот так, если прям не придираться. Не, я просто стараюсь, знаете, хорошо делать. Так, вот так пусть будет. Ну, немножко есть, конечно, огрешности, но ничего страшного. Так, хорошо. Это у нас будет по всему периметру. А дальше я хочу поставить сюда нечто такое, что, наверное, вы скажете, нахрена. Но, тем не менее, я считаю, что это здесь будет здорово смотреться. Давайте-ка возьмем. Я не помню, как точно называется. Я помню, что это начинается с Air. Это у нас будет будка охранная. Ну как это, блокпост, как он должен быть. Так, сейчас пролистаем, пролистаем, ребят. Так. Ага. Так, наша задача для начала сделать так, это все не сюда. Так, вот она, я ее долго искал. Так, мы ее сейчас покрутим. И наша задача, чтобы она стояла так, чтобы можно было в нее заходить. Вы скажете, немного туповато смотрится, может быть. Действительно, есть в этом что-то такое немножечко дебиловатое. Но, тем не менее, мне кажется, эта штука здесь очень даже не повредит. Да. Почему бы и нет? Так, здесь у нас будет такое обзорное место, откуда можно и стрелять, и все. Вообще, знаете, можно и два поставить. Ну, так чисто. Ну, это будет немножечко, может быть, неправильно выглядеть. Так, давайте попробуем поставить два таких. Так. Вот так вот. Проход будет из одного во второй. И выглядеть это будет вот так вот. Ну, давайте два, почему нет? Единственное, я бы, может быть, их чуть-чуть сделал более слитными. Так, и здесь мне нужно немножечко... Так. Немножечко, наверное, все-таки выдвинуть сюда. Да. Только здесь у меня тогда будет зазорчик еще больше, чем был. Так, ну, в принципе, это можно убрать при желании. Так. Так, ну, нормально. Нормально, в принципе. Так. Я даже чуть-чуть Ой, вот видите, не то сделал. Так, вот так даже сделал. Чтобы это было еще больше. Приблизительно вот так вот. Да. Все это выглядит. И все. Вот такой у нас блокпост будет здесь. Конечно же. Ах, так. И, конечно же, я бы, знаете, что еще сделал? Тут есть штучка такая прикольная. Вот она.
Я бы поставил вот так вот наверх. Скажем так, такая защита. Турельки такие. Вот так вот поставил бы. О, во, теперь мне все нравится. Симпатично, да? Так, ребята, далее. Далее, далее, далее. Что же нам еще здесь надо? Так, слишком большой подъем. Ну, если учитывать там парус, всю фигню вот эту. Нормально. Так, вот у нас уже появилось такое защищенное место, так сказать. Со всех сторон все как положено. Так. Теперь давайте доделаем все-таки до конца вот эту вот вещь. Так, вот. Ага. Ну да, пускай так будет. Мне, в принципе, там не важно особо. Пускай будет вот так вот. Вот. Тут у меня доделано, да? Так, в принципе, тут вполне меня все устраивает. Вполне. Как оно все выглядит. Тут есть проходы. Тут все вроде. Потом заборчик поставим, чтобы не свалился никто, так сказать. Так. Единственное, я бы вот эту поднял, конечно, немножечко. Так, все, ребята. Давайте пока эту часть оставим. Наверное. Так, и попробуем что-нибудь другое сделать, да? Так, что бы нам тут сделать вот такого? Ну, фонари это все потом. Я все равно себе день выставил. Так, ну давайте, наверное, может быть, чуток продолжим эту катавасию. Так, подъем. Вот так пусть будет, да? Ага, так. Тут надо чуть-чуть, конечно, уходить. Ну, как-то вот так вот надо делать. Иначе смысла уже не будет. Так. Подъемчик. Вот, в принципе, неплохо получается, я думаю. Конечно, я думал, что я это все буду делать в рамках зомби-апокалипсиса. Но, знаете, что-то эта рубрика меня как-то не сильно вдохновила. Вообще, в принципе. Так, а вот тут что за зазор? Он не помешает мне потом? А, это не зазор. Это дело в том, что этот у нас немножечко криво. Поэтому и зазор. Ну все равно. Ну да. Ну ладно, это мелочи. Так, если задуматься. Единственное то, что... может как-то... ну, пускай так будет. Хрен с ним. Блин, что же я за идеалист такой? Мне вот все надо вымерить прям. Так, ладно. Хрен с ним. Так, это у нас будет верхняя часть. Так, здесь я, наверное, что-нибудь сделаю. Пункт какой-нибудь этот центральный. К нему проходы будут. Да. Что-нибудь такое сделаем. Ах, так, ну давайте, ребята, наверное, поделаем еще немножечко. Потому что это первое видео. Еще раз говорю, что по результатам вообще этого видео буду я решать вообще делать регулярными такие это вообще ролики или нет. То есть, если это интересно людям, мне несложно построить что-то. Вот честно говорю. Если не интересно, то, конечно, строить это смысла никакого не будет. Так, ага. Давайте-ка, наверное, как-то сделаем более
Я просто не знаю, смогу я здесь проходить потом за кого-нибудь из персонажей. Может быть, наоборот, как-то сделать пониже чуток. Так, давайте. Просто пролезет тут кто-нибудь из персонажей или нет, я вот не знаю. Ну, тут интересно, вот тут вроде щель такая, нет, не особо большая, чтобы тут ходить. Ну, не знаю, пройдет, наверное, думаю. Не хотелось бы переделывать, надо протестировать все, конечно. Так, ну, здесь-то пройдут, это понятно, здесь нормально все. Так. Так, это у нас. Так, допустим. И так вот сделаем. Так, вот. Мне уже нравится. Так, все, в принципе, по большей части, я думаю, нормально. Пока. Пока. Так, хорошо. Все вот эти детали будем делать потом. Всю эту фигню. Так, нам нужно сделать, будет спуск сюда. Потому что здесь уже будет ниже. А спуск мы тоже не будем особо выдумывать. Мы его сделаем из того же, что и делаем все остальное. То есть мы сейчас поставим как надо. Вот так вот. И попробуем чуть-чуть наклонить. Вот так вот. То есть не будем изобретать ничего нового. А сделаем все как можно. Так, теперь все надо настроить, наладить, поднять. Ну, должным образом. Ага, так. Давайте тогда приступим. Вот так, наверное, да? Ну как, ну почти. Тут не угадаешь, иногда есть такие, знаете, обманы зрения, когда кажется, что ты все ровно сделал, а выходит, что нет. Так, ну ладно. Это, в принципе, не столь важно. Так, ага. И сейчас мы немножечко повернем ее. Вот так вот и подвинем. Так, все. Вот так вот. Так, спуск у нас уже есть, да? Сейчас мы сделаем еще один такой же. Продлим просто. И все. А, все остальные детали будем делать уже потом. Извиняюсь, если шумит клавиатура, и вы слышите все это, потому что, ну, такая клавиатура. Другой нету, к сожалению. Так. Так, ну все, здесь у нас будет платформа. Соответственно. Так. Все вот эти фонари, я еще раз повторюсь, будем делать потом. А, так, ну и я думаю, на первое видео хватит. Вырезать я ничего особо не буду здесь. Поэтому давайте сейчас. Так, сейчас сохраним карту и попробуем пройтись за нашего персонажа, посмотреть, не провалится ли он где-нибудь, везде ли можно пройти и так далее, чтобы подкорректировать. Это желательно всегда делать. Так, видите, мне здесь надо путь прописывать, поэтому паузу пока. Так, все, указали мы путь нашего файла, назовем его, да как угодно пока, неважно. Я вот придумал, блин, вроде название такое. Ну, это так, знаете, это просто. Конечно же, автор. И сохраняем. Описание нам не нужно. Так, смотрите ошибки. Так, ребята, я неправильный путь указал или что-то не так сделал. Может быть, ошибся со слэшем и так далее.
Давайте-ка выйдем. У меня автосейф есть, он сохранил эту карту. И мы сейчас выйдем за Майкла и попробуем посмотреть, что же у нас здесь такое. Так, ребята, вот такая вот фигня получилась. Мы сможем залезть сюда. А, он так не залазит. Давайте вот тогда. Вот так. Раз уж он так не залазит. Ну, потому что, наверное, гараж не предназначен, чтобы на него залазили вот так. Так, и давайте пробежимся, посмотрим. Тут есть щель. Правда, через нее вряд ли можно пролезть. Но я ее потом заделаю тоже. Так, вот мы добрались сюда. И давайте посмотрим, что же у нас вышло. Сейчас карту поменяем. Так, вот у нас вышел такой блокпост двойной, где можно посадить кого-то, охрану какую-то. И у нас получилась вот такая вот тема. Так, провалиться нельзя, но можно побегать, конечно же. Так, ну и, ребята, в принципе, уже начало есть нашей базы. Это будет, я не знаю, видосов может быть 6-8, не знаю, как получится, смотря как будем быстро строить. И, конечно же, уже что-то видно. Давайте попробуем сейчас сплавать. Попробуем сплавать и посмотреть, как оно и что. Тут рыба есть, смотрю. Давайте сядем за руль и попробуем выехать, заехать. То есть место позволяет, ребят, ездить туда-сюда, и заезжать, и выезжать, соответственно. И вот так это все выглядит. Конечно, когда начинаем отъезжать, у нас все, конечно же, пропадает, кроме КПП. Потому что, ну, не знаю почему, дальность прорисовки. Ну, что-то так поворачиваешь плохо. Лодку очень плохо поворачивает. Так, ладно. В общем, вот так вот, ребята. Это наше начало. Нравится, поддерживайте. Будет много видео, если хотите. Если не хотите, я доснимаю эту базу и на этом...